Це «Мастер-шеф». Сьогодні ви побачите. Що таке «Hello»? Это... Смакота. Настояще. Зробили ростин трупові і достали мозги. Ой-ой-ой. Найжахливіша страва сезону. А з чого мені зробити гніль? Ти зробив гроб, Серега? Почти. Такої страшної могили я в житті не бачив. Так якби когті відвалюються, люди добрі. Язик торчить, глаза лежать, ну все на місці. Ах, я не ужасне буду. Ти бачиш, як я вигляджу? Мені в ум навіть не приходить щось робити страшне. Що мені робити? Діло своє і зроби краще, понятно? Все, Петя, спасибо за совети. Пішла ти, я тебе більше підтримувати не буду. Ви будете готувати для 5 відомих екстрасенсів. Курілова мені дуже подобається. Коли все таємне стає явним. Ми повинні удивити паранормальним вкусом. Я тебе не слышу, птенчик. Птенчик у тебя между ног, я тебе еще раз говорю. Если ты какой-то негатив вкладываешь... Мы забираем свою! Забирай! Это шлифой! Пори на меня! Экстрасенсы это почувствуют. Недоработано. Оно оттолкнуло меня. Ну, то есть не хочу. Гости, которые знают про вас все. Если человек подавляет остальных людей, да? Женщина с очень сильным характером. Людина дуже эмоційна и пока что у пошуку своей цели. Человек, в принципе, что-то очень в своей жизни сильно перепутал. Вот очень сильно. Тут разгортаются горячие пристрасти и ревнощи. Це відчувається. Юля рівнувала Петю ко мені, як будто я ліпнув к Петі. Вона проклинала мене. Це случилось от-от, і вона це, видно, почувствувала. Я дуже пізно. Дивіться просто зараз. Там ты что? Новый день, новые эмоции. Здравствуйте, Александр. Позвольте мне рассказать вам сегодняшнюю историю про новый день на кухне «Мастер-шеф». Новий день на «Мастер-шеф» починається без Володимира. Наш колега захворів, але, гадаю, ми з Лізою впораємось. І сьогоднішній день непростий. Напередодні весь світ відзначав Хеллоуін. Ми не залишились осторонь і присвячуємо Дню всіх святих всю нашу програму. Всі 3 випробування. Що таке Хеллоуін? Це... Это ведьмы, понимаешь? Это шабаш. Обожаю такое. А потом эти все ведьмы, упыри и другие оборотни набухиваются и лежат уже под заборами. Короче, в общем, ни о чем. У Львові. Ми виходимо кожен рік в центр. Оскільки ми медики, в нас уже в кожного є свій костюм, який ми стандартно вдіваємо. Це халати, забризгані кров'ю, такі всі грязні. Ми себе наряжаємо, волоси робимо сивими. Таку якусь гниль на руки собі купляємо, щоб помазати соплі такі. Знаєш, в мене ще й патологі на всю спину написано. І кадавер написано. Коротше, все, кадавер з латині – це труп. Ну, мені здається, Юля була б класним вампіром, і вона була б самим сексуальним вампіром. І їй би реально пішли клики, сліди крові на її шиї. На Хеллоуін ми розписалися з моїм мужем, кстати. У мене свідчить о браке видано на Хеллоуін. Праздник інтересний, але, извините, простите, дуже страшний. Мозок. Вау. А мозги вообще были ужасные, как настоящие. Как будто с человека только раз вытянули и все. І покриті ще такою слізью були, що от чесно, от зробили ростин трупові і достали мозги, серйозно. Смакота. Мене навіть
навіть язик занемів від передсмаку. Лиза занимается исконно женским делом. Она берет чайную ложечку и начинает медленно выедать мозг. У меня же голова заболела. Это Петечки каждый день мозги делают, Юля. А мне никто не делает, у меня все вот. У меня в роте салют. Ектор, спробуйте пальчики. Ой, да. Вони обіцяють бути хрусткими і пропеченими. Ну реально, поодрубувані пальці і все. Ну серйозно, трохи піджарені, правда. Миндаль, он был так, слегка порублен, как будто, знаешь, мертвец дряпался в могиле. Понял, да, чтобы ему выйти наружу, и он порвал себе, поломал себе ногти. Ну, это круто смотрелось, это реально эффектно. Уверен, что этот милый хробачок очень соковитый. Ой-ой-ой-ой! Короче, все так правдоподобно выглядело, что мне таке, как я где-то в секційній кімнаті в себе в універі стою. Який хробачок. Та не лякайтесь ви так. Ці черв'ячки – це малина, земля – то крамбл. Ще тут є печиво з мигдалем, шоколадний бісквіт з вишневим конфі і кремом з йогурту та Філадельфії. А ці страшні мізки зроблені з марципану. Гадаю, ви вже зрозуміли, що ми хочемо, аби ви сьогодні приготували жахливу-прижахливу страву. Але майте на увазі, що ваші страви мають паралізувати лише своїм виглядом. А ось смаком, навпаки, нехай зачарують нас. Як мені ось цю гадость зробити, я не розумію. В общем, у мене поки повний ступор, якщо чесно. Дамо вам одну підказку. Аби ваші творіння були направду моторошними, згадайте свій найбільший страх та відтворіть його на тарілці. Я боюсь, на самом деле, так по секрету, в детстве, не знаю, у меня мама постоянно кричала: «Сережа!» Ё-моё, я отвечаю, у меня до сих пор иногда, когда она мне по телефону набирает, и знаешь, связь пропадает, например, а мы же с ней вместе не живем, я в другой стране, она в другой, вот, и постоянно, вот это, знаешь, по вайберу там, она вечно кричит трубку: «Серёж», и у меня вот это очко аж сразу сжимается до состояния семечки. На работу у вас будет 1,5 часа. Час пішов. Дякуємо. Поехали. Возьму вот это. Я вижу сердце, я вижу копыта, думаю, все, это лично я буду готовить, это мое. Сердце. Вот представь историю. Старая-старая ведьма, как в сказке «Белоснежка». Помнишь, была такая, да? Все связано было с сердцем, и она зачаровала этого, зачаровала охотника в кабана. Что-что? Ты просто не знаешь, ты, наверное, не смотрела. Кабана я не помню. Все, это моя история, это моя сказка. Понимаешь или нет? Руслан, мы с Русланом. Я уже встал. Да не, мы же с Русиком за другую поверхность сказали. Ну, нам-то я не слышал, я уже встал. А что вы за другую поверхность? Ну, никто ничего не говорил. Какого ты перепуга решил, что это твоя вторая поверхность? С какого? Ты скажи мне. Пішли, Руслан, пішли. Тобі не все одно десь стояти. Смотри, це ж вирізка, так? Так, вирізка. А, у мене ж сьогодні хотіла приготувати блюдо «Место преступления». Я тоді з тобою ставлю. Так, ставай. Как будто на землі лежить кусочок тіла, над яким вже поіздівалися. Нож – це орудие
Орудие чего? А, нож – это орудие убийства. На ноже будет винный соус. Винный соус будет, он красненький, похоже, будет визуально на кровь. И целый филе миньон, а над телом так издевались, что сильно перевязывали веревками. Это как раз будет то, что держать мое филе миньон в форме. Все такое страшное, мне аж страшно. Не трупів я боюсь, не там кладбище я боюсь, я боюсь гроби. То есть гроб у мене по-любому буде. Зроблю могилу, нагробну плиту зроблю. Хочу бісквіт з масляним кремом. Зроблю я теж крамбл, щоб вже ж землею посипати усе. Все красиво. Хрест, але з чого його має випекти, той хрест? А я думаю, є щось над гробом доліпити, хрести. Ти хотіла зробити відірвану руку, з якої, типу, яка лежить в землі, з якої тече кров. Першим ділом, що я роблю, це я запускаю бісквіт. Ой, ділаю яйцо пашот, крамбл, як земля, поняла? Ага. Яйцо пашот, як мишу летючу хочу зробити. Воно у мені в голові прям так представилось. Ставлю, ділаю. От у нього тільце з цього яйця пашот. Я запанирую его, возьму сухари, перебью, значит, может быть, черный кунжут, может быть, маслины, положу это все на масло, раскатаю вот такую вот панировку, как, знаешь, обычно котлетки покрывают. Крылья сделаю из пармезановой чипсы, покрашу ее, приготовлю на основе сока вишен кровавую такую жижу. А що я боюсь? Пауков не боюсь, понимаєш? Я могу, вообще, от, все, все, нічого не боюсь. Оце до мене от змії вже, для мене це дуже страшно. Змію буду делать. Що делать, що делать, що делать, що делать? Я просто думаю зробити тарт із цього відігром. Начинить його внутрі як фаршем, типа в виде розложившегося чоловіка. Думаю, хм. А может, сделаю кровь? Я взял, короче, альбинат, гранат, помидорку, тархунчик, все это пробил, процедил сок. Что за... Сережа, это твои шприцы? Потом в холодильник отправил для того, чтобы он загустел, и были, знаешь, такие вот как сосуды. Слушай, вот эти все ужастики мне не нравятся. Почему? Потому что в основном там идет расчлененка, а это, ну это никак. Я не пугаюсь. Я вот тебе скажу так. Я смотрю какие фильмы? Детективы, триллеры. Триллеры, поверь, триллеры гораздо интереснее и, я бы сказал бы, ужаснее, чем ужастики. Если бы я был бы режиссер и снимал бы такой какой-нибудь триллер, и знаешь, как бы я сделал? Винчун. Она взяла, пробралась со своей бандой якудзы, пробралась ко мне в дом, потому что я бывший наемник. Она решила отомстить за своего троюродного брата и сожрала мою собаку у меня на глазах. И я пошел мстить. Я пошел кошмарить и крошить всю якудзу ее. Что ты готовишь, Петь? Короче, я буду делать люля-кебаб, слеплю череп из мяса и запеку его. Хорошо. И соус будет как-то прикольно вытекать из черепа. Это языки, что ли? Давай сюда. Лежит коровий язык, я понял, что это просто его можно отварить и вставить в мой череп, это будет смотреться офигенно. Как тебе такая идея вообще? Молодец, хорошая идея. Я решила вот готовить себе мертвую вдову, потому что с пауками я хорошо знакома и тесно. Я в детстве ловила пауков, и, да, я продавала пауков. Знаешь, берешь нитку, пластилин и ищешь, где у тарантула такая дырочка в поле. Вот так вот делаешь, он вылазит, берешь банку и все, и он у тебя. Потом можно там бои разные устраивать тарантулов, да, можно их продать друзьям, получить деньги. И я их не боюсь. Я вообще обожаю насекомых. Бабочки, сверчки, жуки, пауки, это все мое. Я это обожаю.
Я один раз даже откормила гусеницу, с нее получилась куколка, а эта бабочка, она была ночной. Если, может, ты слышала, череп мертвая голова, она очень редкая. Понимаешь, у этой бабочки череп нарисован прямо на туловище, реальный череп. Ой, мне прикинь, мне было лет 5 где-то, и мне вот сюда прям наносила бабочка, она такая страшная, понимаешь, когда она вблизи, она такая вся мохнатая, такие ее... Ой, я тебе говорю, у меня вот сейчас, я просто каждый раз вижу это перед собой, вот тут у меня вот на нос она прямо села, я вот так ее близко увидел, это очень страшно. Мне нужно делать крамбл. Хотела сделать крамбл, сверху крамблом посыпать свою черную вдову, и это были бы, как знаешь, волосинки у пауков. Елла. Да, да. Скажите, який у вас план? Я дуже боюсь таких оцих пауків, всяких отих огромних тарантулів, всякого такого. Я хочу приготувати таке сімейство пауків, такого здорового тарантула, там його, можливо, там діточок, зробити павутину. Блін, вона теж готовить, що і я. Хто? Елеонора. Да пусть, яка тебе різниця? Все, я не хочу нічого готувати. Я не хочу вообще что-то готовить, как кто-то. Я хочу приготовить что-то свое. Делай свое и сделай лучше, понятно? Хорошо? Все, Петя, спасибо за советы. Пошла. Делай, что хочешь. Делай, что хочешь, я тебе сказал. Я тебя больше поддерживать не буду. Все, идей у меня нет. Идей просто нет. Что мне делать? Скажи, я не знаю, что... Возьми силиконовую форму для выпекания. Не ори на меня, можешь спокойно говорить. Я сейчас спокойно с тобой говорю. У меня появилась идея с сердцем, чтобы я приготовила сердце с кровью, чтобы там были опарыши. Ага. Я вырежу его с бисквита, ага. Сделаю. Юлю, лише прошу пам'ятати, що це не день Святого Валентина. Тому ваше серце має бути не милим та романтичним, а таким, що своїм жахливим виглядом пробирає до кісток. Так, це ідея, окей? Так, звісно. Спасибо. Земля. Я понимаю, что это должно быть на земле. Это сердце, с ним много опарышей. И копыта. И оно прям блестит. Знаешь, такая мерзкая такая расцветка, как будто оно уже давно. И так воняет резким запахом. Тонкое потом сразу бьет в лицо, в саму ноздрю. И я начинал этим заниматься. Русик сегодня, у него столько на столе было баночек, кажется, и табаско, и унаги, и терияки, и соевые. Он столько бутылочек притащил, все, кажется, добавлял, и все туда, к своему сердцу и копыту. Еще уксус, он отдается, вот, как поняла, как, когда человек, когда разлагается тело, он что делает? Аммиаком сразу, воняет. Это когда все смешиваешь, оно такой запах, как будто неприятно, но оно очень вкусно. Руслан, копыта. Руслан, убери, пожалуйста, копыта. Копыта первое замариновал, я кинул его сразу в духовку, хай себе запекается. Я как раз. И тут я начинаю заниматься сердцем. О. А с чего мне сделать гниль? У меня был коричневый цвет, и у меня был, я думаю, оранжевый. Я это смешаю, как будто, понял, давно лежит. Он давно лежит, вонючее, гниє. Кишки. Ого. А мне надо, знаешь, что было сделать? Мне нужно делать было вот эти глисты долбаные. А? И они ужасные будут сейчас. И я потом вот это все в сердце сунул и запекал. Все. Вообще, я люблю фильмы ужасы. Колись мы дивилися всегда в детстве «Возвращение живых мертвецов». Это вообще там такие... Там не змеє вилазить. Роблю кулі. Кулі – це таке ягодне пюре з сахаром. Як кров, щоб я там буду її розбризгувати. В мене печеться мраморний надгробник. В мене печеться вже бисквіти в холодильнику. Я в детстве очень боялась графа Дракулу. Когда я посмотрела фильм про графа Дракулу и прочла книгу «Граф Дракула», то я на ночь завязывала шею шарфом
и кисти и ложилась так спать, чтобы меня ночью он не укусил, когда прилетит, понимаешь? Я решила готовить летучую мышь. Я тебя не люблю. Ты некрасивая. Яйцо пашот я переделывала дважды. Крамбл я переделывала. Чипса у меня не получилась такая, какую я хотела. Я каждый элемент своего блюда переделывала. Жахливо. Ауф, Фидер Зейн, тысячу извинений. Да, если бы я снимал бы триллер «Мастер-шеф», то это было бы, знаешь как, в темном лесу приехала группа молодых поварят. Там собрались разные поваряшки. Это была Юлия, такая озабоченная девица. Дальше там был молодой холеный паренек, который только и ждал, куда бы своего червячка приструнить. Давай, чтобы дети могли смотреть. А, дети, чтобы смотрели. У нас вот, по типу Буратино. Есть Карабас-Барабас, это Лиля. Есть у нас этот, как она называется, Пьеро, это Артем вечно плачет. Не успеваю. Я смотрю наверх, остается там минут 30. Я забыл землю поставить из маслин. Короче, беру банку маслин, кидаю ее тоже на противень, в духовку, все. Сушись, подлюка. Ты сделал гроб, Серег? Почти. До меня доходит, что не знаю даже, какая голова в змеи. Какой формы. Понимаешь, настолько они мне мерзкие, что я даже их представляю. Я знаю, что они то извиваются, понимаешь? Все. А как змея выглядит? Как она этот не вырезать? У меня лицо там будет. Вот так вот. Вот так? Узкая впереди, широкая вот так. И шо, блин, узкая? Смотрю, у Саши, а у нее тоже беда с этой змеей. Больше был похож на... то, что... чем я думаю, когда вижу красивых женщин. Пропитую вот этим сиропом своим, ну, с клубничным, потом дальше даже кремом. Сережа, моя розированная змея. Что ты готовишь? А я череп, посмотри, ну что это, череп? Череп это или это череп? Я смотрю на вот этот кусок бисквита, я не понимаю, как с него сделать череп. Ну, то есть, вот вообще не понимаю. Братан, а ты так вообще потерялся, слушай. Вот именно твой портрет надо было вырезать и положить на тарелку. Ты понимаешь, вот он меня сегодня подвел. Есть черный шоколад. И тут я решаю делать что? Колобка. Что может быть ужаснее? Я придумал глаза сделать. Что я сделал? Я просто отделил белки от желков, взял силиконовую форму, разлил их в небольшие такие емкости, взял сок красного буряка, взял немножко красного красителя, через шприц просто в белковую массу ввожу и делаю, скажем, там такие разлагающиеся глаза. И загоняю это все в духовку для того, чтобы пеклись. Я... любила компьютерные игры в детстве, разные там стратегии. Меня вообще больше привлекает вот эта атмосфера сказочности, фантастики. А летающие какие-то привидения не очень. Ну, кроме Каспера. Он добрый, привет. Смотри, я делаю кровь. Типа кровосердце. Офигенно, красиво, цвет офигенный. У меня получился крем-англес такого, такого нежного, малинового, такой фукси, цвет фукси. Ну, блин, я поняла, что это у меня все получается красиво. Бисквит у меня красный красивый, англес у меня красивейший цвета фукси. Потом я сделала еще соус ягодный, он тоже красивый. Мне не страшно, мне красиво. А сегодня же нужно было приготовить ужасно страшный десерт. Вот такое сердце оно. Да, хорошо, давай. Да? Да. Ты видишь, как я выгляжу? У меня в ум даже не приходит что-то делать страшное.
Потому что я считаю, что у человека в голове то он и производит. То ведь страшно. Я красивая девочка. Юля очень красивая. Сама по себе она эстет. И ей по жизни очень сложно делать что-то некрасивое. Все, что она делает, автоматически красиво. Это максимум сердца единорога. Потому что единороги, они добрые, понимаешь? А я играла в игры компьютерные, понимаешь? Вот и «Герой меча и магии» называлась игра. И там были тоже единороги. И реально на моего единорога послали заклятие. И вот с его сердцем случилась такая беда, что опарыши туда залезли. Язычок, давай, залазь. Люля-кебаб готов, он пропекся. И это не совсем то, что я ожидал увидеть от своего люля-кебаба. Я хотел сделать череп, а получился просто какой-то комок. Но суть в том, что из этого можно сделать голову. С этим можно поиграться. Я засунул язык в свой череп. Ты молодец. Язык торчит, глаза лежат, но все на месте. Достав той розовий бісквіт, начав з розового цього вирізати собі вже грубик. Галяй на ці поминки. І тут Лілька підходить така до мене. Який красивий цвіт у тебе цього, твого бісквіта розового. І бере оту основу, що я гробік туди буду ложити, і тупо розриває її. Каже, я попробую. Ну так, боже, який ти... Воно! Як хватила той кусок, що вона в руках держала, та зліпила його, я не знаю, як, якось так, що воно ще лучше, чим було, смотрелось, понімаєш? Ти що, Ліля? Мене чуть епілепсія не случила. Все, гуд. Спасибо, що на мене створився. Спасибо, що заштопала його назад, мій гробот. Так, ну я заштопала. Такої страшної могили я в житті не бачу. Вирізав ще надгробну плиту собі красиву, таку, ну, вже, персик, така плита, що я б собі таку хотів. Що ж на надгробній плиті написати? Ну, не напишу ж я Руслан, там, чи щось таке. Rest in peace, спокойся з міром. Ліля, я хоч всі букви правильно написав? В ту сторону. Ріб, да. Валив хреста ще таку. Де мій крем? Це мій. А де мій холодильник? Що? Якщо я зараз не знаходжу свій крем, Русик, відійде пліз. А це не він, я на ньому ковзаюсь тут? Ні. От. Ну, сама ж туди поставила, я ж його не брав. В мене зарита могила, в неї розрита. А во, які пальці. Чекай, бо когті відвалюються, люди добрі. Ліля, в мене щось таке, що купи не тримаються, я тобі чесно кажу. Ні, треба білою, мабуть. На білій смотриться страшніше. И вот я бросила кладбищенскую эту землю на белую тарелку. Ну, так не очень зловеще. А потом на эту зеленую думаю, о, оно, как вроде нам мох какой-то, старое кладбище. Кожан. Кожан, кожан. Кожан. Я пытаюсь ставить эти крылья. Вот, я уже их так, и земелькой их присыпаю. Я их и с этой стороны, и с этой стороны. А она у меня все на сбитого летчика. Похоже, эти крылья падают. Щось бридке. Ух ти, клас. Руслан, шикардос вообще. Очень страшно. Боже, тут вообще у тебя страшно. Очень страшно, Руслан. Ха-ха-ха. Кого-то участника в Руся убила. Ха-ха-ха. Порезал на кусочки и отправил этот рейс по Днепру, понимаешь? Руслан, ужасно просто. Это ж надо такое придумать, ты ж понимаешь, все не берется просто так. Это наше сознание, подсознание и образы, которые мы можем себе вырисовать, нарисовать в голове, а потом воплотить это на холст или на тарелку, или на что угодно. Блин, а что это в тебе таке? Блин, ты серьезно? В тебе таке красиво. Лиля с Русланом, с другим, с Шилиным, люди думают о смерти.
люди думают, вот знаешь, они вдвоем общаются, вдвоем у них похожие шутки общения, едят тоже, у них рацион такой схожий. Приготовили вдвоем гробы. Ну, понимаешь, о чем люди думают? Гроб приготовили. Какая-то. Ну все, гроб будет по типу такой, знаешь, под дождь попал и разбух, все, хана. Дэвид! Серега туда же. Вот, и вот вам, пожалуйста, три одинаковых психологических примерно портрета личности. Три гроба. Висим! Саша, змею. Саша, понятно, что змея подколодная. Какой у Саши характер, такое и блюдо. Сим! Ай-яй-яй, руки красные. У моего Пети хотел приготовить страшное, получилось смешное. Шесть. Видно, что с психикой у моего Пети все хорошо, все нормально, не травмирован, в детстве не обижали, в семье любили, даже хочет что-то сделать страшное, но получается очень смешным и милым, понимаешь, как и Петя у меня. Пять. Четыре. Три. Дві. Одна. Час вийшов. І на вердиктах первыми проходят Настя, Эля. Настю, схоже, що ваш кажан летів на упомацьки в день і чвакнувся об стінку. І зараз це вже не кажан, а бозна що. Розмазня на тарілці. Не страшно, не смішно, не апетитно. Просто ніяк. Яйце пашоту витекло, все перемішалось в однорідну кашу. На вигляд, так наче це вже хтось їв. Дякую. Елеонора? Більш Хеллоуін для дітей, щоб вони не налякалися там, а ніби так, ой! А мені були якісь паучки, паучок сідає паучка, коротше. Ну, потім чорна вдова. Солодкий бісквіт, кисла кров. Дякую, непогано. Дякую вам. Шо, хоч би ночі вам не приснилось тверде. Простор. Все для дому та краси. Все, про що ти мрієш. Руслан і Кіл. А що вам так смішно? В Руслана отаке копито лежить. Отак, він таке, як свиніну отгриз чи кобилі якийсь. І вложив туди. Блюдо настільки ужасне, що аж смішно. Це істерика. Це у вас за така фантазія? Це тут мяу-мяу-мяу, кітка какая-то. Да, і тут вона зробила таке. Шуча, от я ж кажу, в тихому омуті копита водяться. Конкретні. Це справді має моторошний вигляд. Як типа з фільму «Охота на ведьм». Я обожаю, мне он очень нравится «Охота на ведьм», очень крутой. Я люблю фильмы ужастика, потому что там есть элементы вот этих крови, резания, истерики, писков, криков. Реально, что аж встаю, аж ночью снится, аж просыпаюсь в поту, понимаешь? Ваше серце зовні таке зловісне, але всередині воно рожеве, м'яке, соковите і смачне. А це що таке? Це черв'яки. І
лізі будуть копити і вижатися вмісто кожного лабутена по Хрещатику. Дякую. Кіо. Это место преступления, нож – это орудие преступления, вот тело, над телом сильно мучились. Это тело? Ну, кусочек тела. Можно было покласти трохи більше. Соус можно было трохи жахливіше зробити. А, угу. Дякую. Дякую. Середземноморські нотки подарують вашій страві незабутній смак. Торгова марка «Іберіка» – частинка Іспанії на вашому столі. За Русиком з Аннушкою йде Петя з Юлією. Що це? І чому він мені показує язик? Это Гарри рубленое мясо. Он приходит ночью в кошмарах к вегетарианцам. Мне подобається ваша идея с языком и то, что кров вытекает из головы. Макавру. Но это швидше смешно, а не страшно. Гектор попробовал мое блюдо, говорит, что фарш вкусный и соус классный, ему в принципе все нравится. Но он говорит, что форма не та, и надо было как-то более поиграться с презентацией. Юлия? Это ужасное вкусное сердце единорога. Единорог погиб от черной магии, и черная магия поразила его сердце. О, единорог, как обидно, он умер. А их и так мало, единорогов. Где не водятся? В плане? Почему их мало? А что, нет? Кто такие единороги? Ну, с рогом лошадь, с крыльями. Ай-яй-яй-яй, точно. Подстава, блин, ё-моё. Что, реально нет единорогов? Да ну нафиг. А я реально сначала думал, что единорог, типа, ну, типа, маленькая пони, что его жалко, блин. А единорога нету. Все, капец. А его типа никогда не было? Что смешного? Там были, наверное, единороги, 100%. А чего бы не? Откуда они взялись бы, единороги? Ну просто так ничего бы не появилось. Вы повинні были приготовить страву, яка б нас налякала. Але мене вона не лякає зовсім. Подождите, а какое у нас было задание? Задание было приготовить ужасное блюдо. А у Юли просто красота. Це доволі непогана, симпатична, нежахлива страва. Зовсім не те, що ми хотіли побачити. І от йдем. Я, Саша, змія і гробик. Прикон, Сергію, ваша труна моторошна, але трохи якась недобула. Я грабині кожен день делаю. Не дай Бог. Їх делать кожен день. Проте начинка смачна. Доволі пряна. Олександра. Це зміючка маленька. Її переїхала машина. Непоганий. Бісквіт ніжний, крем непоганий, зуби на місці. Страшно, але не дуже. Ну, трошки так. Дякую. Визивають Артема і Андрія. Закуска для зомбі із протухшого філе міньйона з глазами, волдырями і опарышами. Что
Там м'ясо рожеве і смачне. Дякую. Спасибі большое. Андрій? Ніби склали на тарілку все, що лишилось. Просто якісь окремі елементи. Крамбл, соус, біле щось. Воно згорнулося. Крему зовсім немає, його мало. Страви немає, на жаль. Дякую. Іду я з Русіком, беремо ми свої гробики і погнали. Це така мраморна плита, пам'ятник, огорожа, пальчики, які вилазять з пам'ятника. Як сосиски. Ви втратили відчуття пропорцій, наче велетню пальці пообрубували. Розрізає він мій гробик, пробує, каже, мені подобається ваше желе, у вас дуже гарні кольори. Дякую. Дякую. Руслан? Знаєш, мені трохи моторошно. О, цікаво тут таке всередині. Крем приготований дуже добре. І бісквіт. Ти розпушувач не додавав. Ні, тільки яйця і все. Ага. Дякую. Дякую вам. И вот время подходит к окончательным вердиктам и вызывают Настю, Андрея и мою Юлю. Андрію і Настю. Ваші страви сьогодні найбільш недолугі з купою помилок. А ви, Юлю, взагалі не виконали завдання. Ви просто приготували якийсь тортик. Тому знімайте фартухи. І далі визивають Русіка. Руслан, ви зуміли нас паралізувати виглядом своєї страви і зачарувати її смаком. Все, як ми вас просили. Тому ви сьогодні автор найкращої страви. Вітаємо! А меня, я же улыбаюсь, видно прикольно, видно круто. Я столько времени, я никогда еще так не радовался, что я стал победителем. Я сделал самое ужасное, но вкусное блюдо. Руслану вы відшукали идеальный смак. А ось красу можно найти у просторі. Подарунок від спонсору показу «Простор». Спасибо. Та ні, скільки вже може цих коробок бути? Бо вони задолбали, у них вже повна хата подарків. Це ваш. Спасибо. Руся, я в тебе забираю вже коробку. Хэллоу не заканчивается, и следующее наше испытание тоже будет очень страшное. Приготують ще не скоро, а я вже зголоднів. Всім привіт! Мене зовут Руслан. Щоб ти не забули обо мені, розумієш? На СТБ Мастер-шеф. І ми заходимо на нашу прекрасну любиму кухню. Хэллоуин продолжается, вся вот эта вот дичь, которую я не люблю, она до сих пор длится. А, две команды лицом к лицу, как две по стандарту у нас тут. Две кучки фартухов, червоні, сині, супер, мы поняли, что точно командный. Хэллоуин продолжается,
І в цьому випробуванні вашими гостями стануть люди, які чи не щодня мають справу з потайбічними силами. Сьогодні ви будете готувати для 5 відомих екстрасенсів. Клас. В першу очередь я не подумала про себе. Я вспомнила сразу свою подружку Інку, яка даже в суботу може не вийти з нами на діскач, якщо будуть йти екстрасенси. Я розуміла, що якщо я їй зараз після випуску напишу смс-ку, що доця, я годувала екстрасенсів, то вона просто, ну, типа, вона буде холодна. Це школа полюбника Курілова. Олена Курилова – найпопулярніша українська ясновидиця. Каял Алекперов – постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси». Двічі переможець битви екстрасенсів в Україні. Анна Гальярс – постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси». Двічі фіналістка битви екстрасенсів в Україні. Рубіна Цибульська – циганська відьма. Яна Пасенкова – таролог. Курилова мені дуже подобається, така цікава баба. Яна з Дніпра, розумієш, крутая, мені вона взагалі подобається. Вона така конкретна, коли я дивився битву, вона така сильна, конкретна, взята баба. Нормально. Рубіна мені подобається дуже. Руслан Лучко, вчора ви приготували найжахливішу страву. Ну, в доброму сенсі цього слова. І хто ж буде капітаном? Як ти думаєш? Русик, бо я вчора зробив лучше блюдо. Ужасно вкусне блюдо. Тому сьогодні будете керувати першою командою. Когда Хэллоуин, значит, что-то нужно делать красное. Я взял красно-огненное. Прикольно же. Прикольно. Чего бы нет. Цвет крови. А теперь назвите имя людини, что станет капитаном другой команды. Петя. Пусть мальчик побудет капитаном, потому что скоро ему пора домой. Вместе со своей Юлей. Руслане, перший вибір за вами. Руслан. Вау! Вау! Чому Руслана? Тому що в моїй команді я завжди брав там Сергія, там ще там Лілю брав. Я вирішив зробити нову нотку. Все нормально, думаю, оце Растем. Сергій. Сергій. Он самый сильный, как бы соперник для них, союзник для меня. И я понимаю, что он реально очень силен. Так что Серега идет ко мне в команду. Я взял потом Настю, хоть она в черном, понимаешь. Меня это не напугало. Настя себя в последнее время очень плохо проявляет. И на прошлом состязании она приготовила ужасный десерт. И как бы она старается, но одних стараний мало, надо умения и навыки. Так что я не нервничаю в этом смысле. Она просто человек, она с опытом, она женщина с опытом. У нее есть семья, которая знает, что она в еду, как я люблю, да, я люблю вкусно приготовить, с душой. И она, как мама, она отдает тоже свою любовь именно продуктам, с которыми она готовит. Петро, чим будете крити? Ну, Юля, конечно. Надо было кого-то посидеть. Не-не, Юль, ты в черном. А. Юля бы никогда не взял. Она мне не интересна, я не считаю ее каким-то конкурентом. Вообще. Пусть с Петей там они развлекаются. Любовь любовью, кухни у них немало. Руслане, ваше слово. Саша. А Сашка сначала-то по тебе обидит, что ты мне там третий взял. Говорю, Саш, неважно, в каким я тебя бы взял, ты в моей команде. И это самое главное. Неважно. То, что мы с тобой друзья, это друзья мы останемся. Тебе хочу сказать одну сплетню, Лиля как говорит. Боже, Саша с Русиком так дружит, целуется чуть не в десна. Я говорю, поверь ты мне, Саш, если мы с тобой поругаемся на проекте, за проектом мы останемся с тобой друзьями. Но поверь, нас бы здесь будут пытаться ссорить там, рассорить так или... Ну зачем ты, говорю, Лиля, это несешь? Если ты со всеми переругалась, понимаешь? Лиля. М? Лиля. Там тебя жду. Лиля. Я перехожу, типа так подивилась на Руслана, типа що проіграв ти своє щастя, да, сорян. Надо було раніше думати.
Мне не нравится с Лилей работать, потому что она такой человек, ну, для меня такой с гнильцой, знаешь, любит везде ставить свои 5 копеек, и постоянно у нее какая-то в голове у нее куча депрессии, какого-то хаоса. Ну, а готовить она умеет. Вот если ей сказать, что-то приготовить, особенно какие-то жирные блюда, там мясо, что-нибудь, колбасу начинять, то она такое сделает. Руслана, кажите. Элеонора. Элеонора ж была, как это повелительница, там, какие-то там, чего там, Гроус, там, чи, я не знаю. Была какой-то фильм, я не помню, как он правильно называется. Знаешь, что Элеонора повелительница. У Элеоноры необычная, вот красиво. Элеонора, какая-то ведьма, гадалка, еще цыганка. Понимаешь, что она будет мне сегодня шаманить? Петро, ваша Артем. Черга. Артем. Я знаю, как Артем работает в команде. Я с ним работаю в команде не первый раз. И все поручения, которые ему достаются, каждый его процесс выполняется от начала до конца. И я понимаю, что за каждый свой процесс он реально переживает. Петя, бери. Пусть он тебе нарезает лимончики и яблочки. Нарезай. Не в обиду людям, но остается бич-пакет. Ну и, конечно, кого ж мы выберем? Конечно, Андрея. Він хоч побігає трохи та позанімається. А Аннушка стане і буде соуси готовий до креветок. Короче, вона оце креветки, в неї моріки, соуси, оце вона по цьому. Ну, нафіг надо, ми самі з тим справимося. Аннушка, приєднуйтесь до синіх. Юля сегодня, на самом деле, очень спокойно восприняла, что Аннушка в нашей команде, потому что, ну, чему быть, того не миновать, как минимум. И нам придется сегодня поработать, и надо забыть про все обиды, про все ссоры. И надо реально как бы сплочиться, как команда сегодня. И я смотрю на команду красных и понимаю, что у них сегодня снова много девушек. И всего лишь 3 парня, хотя у нас тоже. И вот я смотрю на команду красных, я понимаю, что среди них очень слабые участники, которые, ну, до этого очень сильно подводили свою команду, и они очень себя слабо проявляли, так что я думаю, что преимущество сегодня на нашей стороне. У вас буде 2 години на те, щоб накрити по одному шведському столу 6 страв. Які саме страви готувати, закуски, основні чи десерти, вирішуєте ви. Але зауважте, що серед гостей є одна вегетаріанка, тому розробіть і таке меню. Ми їх не маємо обслуговувати. Гості самі будуть виходити, обирати, що вони будуть їсти, куштувати, а потім голосувати за чи проти нас. Час пішов. Так, беремо. Чи йдемо посилати? Так, йдемо спочатку, посмотрим продукти. Бери дорблю. Ліля, бери вон тут дальній подвал. Серега хватает баранину, хватает там телятину, хватает утку. Я понимаю, что мне не надо терять время. Мне тоже хватает телятину, хватает куча морепродуктов. Маскарпоне, шоколадик по-любому пригодится. Яйца, вершки взяли, ну такие стандартные наборы. Прибегли до себя и давай обсуждать. Мы сделаем 2 закуски горячих, 2 основных и 2 десерта. Еда очень четко улавливает энергетику. Поэтому, если ты какой-то негатив вкладываешь, экстрасенсы это почувствуют. Мне нужно действовать от души. Я и дома так. Я никогда дома не пеку тесто, не занимаюсь тестом, если я в плохом настроении. Поэтому надо вложить в еду по максимуму позитива. Накрутить на шпажки маленькие люля-кебабчики, фарш, обжарить их и уложить соусом, залить, протушить. Да. Но это будет просто. Надо делать что-то такое эксклюзивное, что они не будут делать. Можно мусаку. Закуску мусаку мы можем сделать. Потом Русик говорит, а я делаю закуску из морепродуктов. Вот это с морепродуктами. Горячее это может быть. У нас есть куча морепродуктов, у нас есть мясо. Вырезку. Запечем целым куском. Это будет такой медальон, скорее всего, будет даже. Медальон из говядины. На этот процесс становится Андрей. Я говорю, а еще одно горячее. И предлагаю Русику ризотто вегетарианское. Слышишь, сделать ризотто с сельдереем и шпинатом. Ризотто нежное. С грибами, с горошком. Да? Да. Все. Все, я беру рис на ризотто. Один из экстрасенсов не ест
мяса и рыбы, но не веган. Ест яйца и ест творог. Мы сразу решили, что оба десерта должны быть приемлемыми для человека, который не ест мясо. Это значит, там не должно быть желатина. Все загущения нужно делать либо пектином, либо агар-агаром. И родилось сразу два десерта. Я хочу сделать чизкейк. Сверху будет с вишней. Понял? Чизкейк. Хорошо. Руслан сделал, решил оперу сделать. Они долго тоже решали. Ну, решил оперу сделать. Это тяжелый десерт, это нелегкий. Вот давайте. Все, начинайте делать. Я вас обожаю. Все, Китя, давайте, все. Опера. Я начинаю заниматься морепродуктами. Настя начинает делать все на мусаку. И помогает Элеонора. Элеонора никакого движения не предложила. Петя. Да. Давай обсуждаем. Давайте, да, давайте обсудим, что мы делаем. Надо делать конкретно акцент на гостей, которые едят мясо, потому что гости-вегетарианец всего лишь один, а гостей, которые любят поесть мясо, четверо. Я бы предложила или утку, це вот наш був безпроигрышный вариант, по-перше, да, неї не гратись, ну то ми би закинули і забули за неї, ти понимаєш? Основні страви в нас – барання нога, качені ніжки і медальйони з телятини з соусом дурблю. Треба вегетаріанське блюдо. Паржу в клярі. Так як у нас був один екстрасенс вегетаріанець, для него мы решили сделать салат с тофу, а также овощи и мусаку. Давайте решаем, что у нас будет на десерт, ребят. Десерт Юля хочет сделать тут тирамису. Я когда была в Венеции, я столько тирамису переела. Я точно знаю, каким он должен быть. Тирамису, там должно немножко быть этих печенек, и очень много должно быть крема вот этого на основе маскарпоне. Тогда он будет нежный, воздушный, вкусный. Начинала раздавать процессы. Сергей должен был готовить сегодня миньоны с соусом и запечь баранью ногу. Лилия сегодня поручила сделать утиные ножки и гарнир к ножкам. Короче, я пока зачищаю эту. Я занимался сегодня закусками. Я сразу же взялся делать тартар из тунца. Хорошо, давайте, смотрите, Тёма. Да, что ты мне ставишь на процесс? А ты меня куда ставишь? Поручил Аннушке и Артему подготавливать ингредиенты к второй закуске горячей, которая будет кальмарой внутри креветки. Юля, у тебя все получается? Да, я все делаю. Двейки савоярди красивые. Да? Да, дуже. Делала себе бисквитные печеньки савоярди, потом начинаю делать крем. Юлія, розкажи, що ви готуєте? Здравствуйте, я готовлю тирамісу сьогодні. Тирамісу? Вам десерти сьогодні довірили? Так, десерти. Добре. А скажіть мені, ви вірите в екстрасенсів? Я, знаєте, у мене бабушки в двох поколіннях ворожки. Про бабушки приходили люди, вона їх лечила, вона брала отак водичку, нагрівала, виливала воск. Например, да, ребенок плачет. Он уже плачет 2 недели. Они приходят к моей бабушке. Бабушка вот выполняет один раз ритуал, второй раз, третий. И понимаешь, ребенок больше не плачет. Но я как бы стараюсь всячески отойти от этого и все-таки не ходить, не гадать на картах. Вот мне бабушка говорила, что она мне передаст вот это вот все, чтобы я там тоже, люди ко мне приходили, я их лечила, говорила, что их напугала и все такое прочее, и я не захотела. Я от этого стараюсь отстраниться, потому что нужно не искушать судьбу, знаешь, нужно не искушать. Не раскладывать карты, не знать что-то наперед, это не нужно, все, что нужно, оно и так случится. Цикаво. Удачи. Удачи. Спасибо. Анушка, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а кто из вашей родины, чи вы, когда звертались по допомогу до экстрасенсов? Я ходила к астрологу один раз. Один раз с подружкой к астрологу. И астролог мне сказал, что вижу вас на телевидении, как будто вы человек медийный и будете популярным. Я такая, думаю, ну какую я, а что ж за известность, ну как, ну что? Это где-то было 1,5 года назад. Я такая, что, как, я на телевидении, каким образом? И смотри. И смотрите. Ага. Прошло 1,5 года, Янушка сидит на мастер-шефе, Анушка вещает с телевизора. Это все странно,
но это стало реальностью. Ее слова, представь. От, я бачу, що більшість з вас мали у своєму житті досвід спілкування з екстрасенсами. Я довольно таки людина, мені ма, то есть я прислухаюсь до того, що мені сказали, навіть якщо я не вірю. І їздили ми, ну як, в дитинстві, вже в подростковому моєму возрості, прям, ну так, десь год там 12-13, їздили ми до бабки. Вона сама мені сказала, щоб я держався подалі від машин. Тобто, щоб я не сідав за руль, щоб я там не ганяв ніде. А в мене дійсно, оце, розумієш, як я сяду за машину, і в мене починається азарт. Тобто я должен їхати скоріше, я должен їхати далі, я должен їхати ну, на педаль, на ту нажимати. Коротше, в мене оцей азарт дуже нагорає всередині. І я дуже боюся, що бабка сказала, що мені треба стерегтись машин, бо вона бачить, що моя смерть буде от іменно від машини. Ні, в нас такого нема. В нас є таке, що там, типу, по бабкам, по діткам їздять, там, типу, є, там щось можуть, ну, типу, так сказати, з такими якимись професіоналами, щоб щось інтересне, щоб щось дільне, я ніколи ніде не сталкувалася. Ну, я тобі знаю, що скажу, мені дуже, не дуже, а мені завжди сняться сни. Якщо мені хоч один день не присниться сон, це, типу, ну, чи це я дуже мертва спала, що я не помню, типу, п'яна, або, типу, щось, ну, взагалі в мене в моїй житті нічого не происходить. Мені, якщо присниться риба, гамно, я одразу знаю, що це бабки десь мені підкотять. Ну, типу, одразу. Якщо в мене щось хороше має бути, мені завжди сняться собаки і коні. Якщо мені чиста вода сниться, я одразу знаю, що це буде щось хороше. Якщо мені сниться грязна вода, я знаю одразу, що буде якась ка**а. І в мене одразу, в мене присниться річка грязна, в якій я купаюся, все, я знаю, це в мене все. Це в мене одразу на наступний день вдома був скандал. Постоянно. Сергій, да. Я бачу, що ви сьогодні готуєте м'ясо. Відбиваючи м'ясо, я завжди обгортаю його харчовою плівкою. Це залишить його соковитим, і стіл буде чистим. Одного шматка плівки достатньо, а відривати її можна легко завдяки перфорації. А тепер щодо завдання. Розкажіть мені, ви колись зверталися до екстрасенсів? Да, постоянно. Я ходил даже к одной женщине старой, в горы. Она там высоко в горах живет, отшельница. Самое главное, самое интересное, место какое было, это одно из таких мест силы по всему миру. Оно в православии тоже обозначено. Было холодно, шел снег. А когда поднялись туда, где эта старушка живет, здесь вот как снег, а здесь его нет. Здесь трава зеленая, звери, птички. Солнышко светит, а здесь тупо вот тучи и этот снег. Вот именно невидимая как граница. И переступаешь, а там реально тепло, все нормально. И вот я ходил в горы к ней туда, пешком туда, она ничего не взяла, только вот продукты. Она очень любила сгущенку. Вот я сгущенка, да. Она просто старенькая, она вниз не спускалась, а я как раз ей взял, но меня предупредили, что она любит сладкое, я взял ей сгущенку. И как раз вот она любила сгущенку. Вот, я ей позадал некоторые вопросы, она мне на них ответила. Ну, это я не буду говорить, но это, ну что поделать, это мое личное сокровенное, что не могу я рассказать. Знаете, я тоже экстрасенс. Да? Так, кажу вам абсолютно точно, дивлячись у майбутнє. Якщо ваша команда сьогодні переможе, то ви не одягнете чорний фартух. Успіхів! Мясо замариновано, задок бараний замаринован, поставил в духовку. Я начал заниматься гарнирами. Сыня, у вас все хорошо там? Справляетесь? Что говоришь? Я тебя не слышу, птенчик. Птенчик у тебя между ног, я тебе еще раз говорю. Слава Богу! Не, ну а что? Что говорит птенчик? Дядя великан! Если бы ты видел, что там, ты бы... Ой, в смысле, обалдел. Боже, даже не надо. Да, он обиделся сильно на меня. За что я его не взял в команду. Эля начала делать мне гратен. Я предложил сделать гратен ей. Так, а ну дивись. Не надо перед... Ой. Соль. Дивись, вони будуть поняв, не дуже тут його много буде. Быстро давай, не делаю, разговаривай, делаю, быстро делаем.
Мы сделаем, должны, чтобы было это вкусно, потому что за 30 минут она даже может не приготовиться. И что будем делать? Быстренько делай, и все. Пока ты будешь разговаривать, когда я капитан, я всегда серьезный и строгий парень. Меня не интересует, как будет обо мне думать, что будет обо мне думать. Я всегда переживаю за свою команду. Ну, ты знаешь, как бывает на кухне. Если ты что-то бокопоришь, на тебя и прикрикнуть могут. Особенно, если это капитан, если это шеф, если это кто-то, с кем, кто ведет этот процесс, а ты в подмастерьях. Но Руся хороший капитан. Он советовался, он раздал все, всем процессы. Он все пробовал, он нервничал. А на сколько порций мы делаем мусаку? Сколько на там противень. Порций? Руслан, на противень. Мне приходилось много раз повышать голос. Ребята, как идет работа? Что, как ризотто? Настя, что там мусака? Как там овощи? Когда мы начнем их заниматься? Когда мы начнем их делать? Почему ты так говоришь? Потому что у нас мало времени, а мне нужно успеть. Катя, а где тут винный уксус? Вот это? Да. Аля, тянет время. А у нас есть пармезан или это все есть, те? Есть, да, есть. Да. Русик, ты не тянет шкирься. Меня за руку, типа, зайка, где винный уксус? А ты давай. Это гимно, мале. Так, кому с чем надо помочь? Аннушка свободна. Лиля, тебе надо помощь чем-то? Аннушка, если хочешь, можешь пойти ко мне. Иди кофе к Юле. Перемолоть. К Юле, и сварить, к Юле. Сварить кофе и перемолоть. Я понимаю, что после нашей ссоры с Петей там, и с Юлей скандалы были пару дней. Юля ревновала Петю ко мне, как будто я липнул к Пете. И я с ним сильно много притрагивалась к нему. А как я притрагивалась такая Петя? Но я не люблю, понимаешь, вот мой парень, его трогают какие-то бабы, и своими даже руками. Я не люблю даже, когда чьи-то руки Петю по плечу, знаешь, трогать. Она орала на меня, она проклинала меня. Кушаю кекс, и она говорит, чтоб тебе кусок в горло не лез. Я тебя проклинаю, ты врунья, ты лгунья, ты разделила. Аннушка уже настолько боится к нему подходить, даже рядом стоять. Но я, в принципе, остыла уже. Ты воду на кофе еще ж не ставила? Нет, я не ставила. Его нужно перемолоть, а да, он вот такой вот. Подготовлено мне кофе, мне Аннушка подготовила кофе. Правда, не такое, как я просила, но уже дело, ну, уже нечего делать, нужно макать. Начинаю делаю, все там, печеньки макаю, крем. Конечно, десерты, тирамису, их нельзя в спешке делать. Еще нужно в холодильник отдохнуть, понимаешь, потусоваться. По-хорошему часа три, чтобы застыл крем. Закрыто в холодильник! Мы забираем свое! Ну так забирайся, ты что, ты еще поори на мене. А слеп или что? Ходит, орет, не в меня. Потому что он увидел красивое мое тирамису, по сравнению со своей оперой, которая вообще никакая, тупо никакая, понимаешь? У меня даже на праздники там родственники из села такое не готовят на столы, как они приготовили оперу. Юля, что там случилось, скажи мне? Да он вообще невменяемый, больной на голову. Открыли холодильник, чтобы взять свои десерты, он кричит, быстро закройте холодильник. И тут время украшения. Замятый, наклоняюсь, замятый, понимаешь, за моим самым святым. Мяты нет. Кто забрал мяту? Я. Возьми мяту. А где она? Я сделала лимонад, кинула туда мятку и базилик, чтобы они отдали свой аромат и вкус. И тут осталось. Вот. Блин, ну я ж красивую хотела сверху. Юля, выбери хорошую вот мяту тут и все, хорошие. Не паникуй, пожалуйста. Выбери, пожалуйста. Она тупо взяла мою мяту, пообрывала ее не так, хотя бы посоветовалась, хотя бы взяла мне вот эти вот верхушки, поотрывала. Аннушка повырывала все. Я в шоке, я не захотела уже ругаться ради Пети. Ёлчик солнца, блин, сейчас мы тебе найдем нормальную мяту. Ну ладно, мы с Артем выкручиваемся как можем, куда какой листок пихаем, я немножко огорчена. Важливо готуватись з максимальною користю для здоров'я.
Спонсор показу – торгівельна марка «Біол». Український посуд – європейські стандарти. Так, у нас десерт, опера, да? Да, опера и чизкейк. Так. Аля опера напиши. Аля. Ну, сегодня аля победитель. Ты за себя попереживай. Ты до хрена крема, вона вже метр у нас, Русик. Нарізали, я її пощищав, і реально опера. Ну, я тобі кажу опера, ну, серйозно. Опера, ну, да, така опера, чуть-чуть кривенька опера. Ну, як на перший раз, то все ще й непогано, ще й не десертник. Десять! Дев'ять! Быстренько ложим. Мяту, мяту, мяту. Вісім! Та, йди пока. Сім! Шість! Начинаем раскладывать все по мармитам и, так сказать, готов затираться. П'ять! Все украшаем. Главное, у нас все має бути красиво. Чотири! Три! Дві! Одна. Стоп. Час вийшов. Друзі, зараз ви маєте накрити столи для ваших гостей, а потім очікувати на їхні вердикти. Отвезли ми на екстер'єр наші блюда. Красоту ми сюди. Так, что у нас здесь? Тут у нас будет мясо, рыба, все, я понял. Пошли. Смотрю на наших соперников, коллег на красных. Чего-то маловато, чего-то как-то скудненько. Какие-то не запеканки, да запеканки, да тортики. Чем они будут кормить, неизвестно. Как это все так интересно. Друзі, зараз ми з вами будемо куштувати страви команди синіх. Ви готові? Yes. Okay. У нас тут самообслуговування та шведський стіл. Прошу, проходьте. Погнали. Це тартар. Це тартар. Ти такое їш? Да, давайте. А тартар із чого? Із кого? З тунця. Опа, вот это красота. Так. Вот овощей надо тоже же пробовать, да? Ну, я не очень, очень любитель. Да, я пока пойду себе поставлю тарелочку. Мне очень интересно было, что там и как там с нашими блюдами. Я думала так, что экстрасенсы будут пробовать наши блюда и будут уже понимать, кто их готовил. Вообще рыбу люблю. Вот и сырую очень люблю. Тартар понравился? Мне да. От меня уже бонус тому, кто приготовил мне тартар. Я считаю, что человек, который его готовил, имеет достаточно приличный потенциал, как повар. Вот Петя приготовил тартар. Вот это действительно, он отобразил там свою сущность, то, какой он есть. Он не будет работать в каком-то суши-баре, нет. Но цели и настроения изучать и делать все лучше и лучше. О, так, він з хорошої сім'ї. Батьки дали йому все, починаючи від належного строгого виховання, може навіть військового, і закінчуючи хорошою освітою. Але я бачу, що він зрікся своєї професії заради кухні і нещодавно кардинально змінив своє життя. Це людина, яка вміє ризикувати і робить це творчо. І в житті, і на кухні. Творчий підход. Ні красна риба, ні як це називається. Ні лосось. Ні лосось. Всі привикли тартар лосось. А здесь другая рыба, а я такого еще не пробовала, а мне интересно. Ви вже скуштували філе міньйон, тож можете поділитися своїми емоціями та відчуттями. М'ясо я готовил вот со своей всей энергетикой, как нужно, вот жестко, при этом по-мужицки. Я відчуваю, що ця людина – справжній керівник, сильна духом та характером. Йому подобається повчати людей, вказувати на їхнє місце. Це чоловік, лідер, молодий і дуже амбітний, кров гаряча, намішана з різних національностей. А
така людина може стати переможцем? Чому? Чому б і ні? Але його головний ворог – велика самовпевненість, яка може зіграти з ним злий жарт. Я понимаю, что экстрасенсы люди очень чувствительные, и они 100% почувствуют атмосферу, которая царила во время готовки в моей команде. И мы вложили очень много своих сил и очень много хороших мыслей в наши ингредиенты и в наши готовые блюда. Приготовили они специальное блюдо вегетарианское для меня. Оно немножко как-то пренебрежительно сделано, чуть-чуть. Желания не было сделать более что-то действительно. Ну, вони зробили ще там таку мусаку, цю овочеву. Може принести ви її скуштуєте? Чи він... Ви знаєте, я на вид его, ну, я посмотрела, и оно оттолкнуло меня. Ну, то есть не хочу. А, тоді не треба. И... Как-то что-то, да, чуть-чуть оно немножко... Я вообще очень переживала, особенно за свой тирамису, не хотела подвести Петю с этим тирамису. Я чувствую здесь присутствие одной женщины с очень сильным характером. Женщина с очень сильным характером, которая, вот я сказала, так и будет. У меня такая сама думка. Энергия просто бьет этой людини. Дуже сильна особистість та завжди знає, чого прагне. Я полностью согласна с амбициями, с какими-то планами. Может быть, даже какая-то романтика здесь присутствует. Кат – десерт, просякнутий коханням і пристрастю. Його приготувала дівчина з ого-го яким характером. Красива. Бачу чорне довге волосся. І так-так, тут присутня любов. Але про це я скажу трохи пізніше. Мені ще потрібен час, бо там не все так просто. Вот это сделано с душою. С любовью? Вообще. И этот человек реально любит сладкое. Тепер настав час скуштувати страви червоної команди. Ну, спасибо этому дому. Ага. Пойдем к другому. Понял, это команда синяя. Да. У Кристенца мы должны удивить паранормальным вкусом. Чтобы это просто было так вкусно, чтобы они офигели. Такий аромат, це десерти, опера, чизкейк. Все в порядке. Десерти, а це, мені здається, що схоже на щось вегетаріанське. Вообще. І що там? Морепродукти. Ой, я представляю, коли вони пробують сате, вони як будто б десь в Греції. Знаєш, вони просто наслаждаються. А мені сподобалось сате з морепродуктів. Я відразу відчула, що людина дуже емоційна і поки що у пошуку своєї цілі. Чек, в принципі, щось дуже в своїй житті сильно перепутав. От дуже сильно. От, я не знаю, там, то ли він мальчик, то ли він дівчинка. Ну, от дуже сильно перепутано щось в житті у людини. Ну, це може бути і неплохо, тому що це пошуки себе. Інтересна личність, неординарна. Не хотіла, щоб їм подобалось все, от абсолютно все. І у нас, и у другой команды, чтобы они остались довольными. Но единственное, что говорю, пусть они почувствуют эту энергетику дома и домашнего желания накормить. В той команде есть человек, я говорила о том, что подавляет ну, остальных людей, да, там 2-3 человека. И мне кажется, вот того человека очень сильно сегодня, который подавляет, не хватило здесь, в этой команде. Вот тут как-то все так... Ну, спокійненько, безамбіціозненько, як-то от так. Зрозуміло. Давайте скуштуємо десерти. Так красиво. На вид красивенько. Я нервничала чисто за своє блюдо, все, одне. Чизкейк виглядає апетитно та мило. Вот первое слово, которое пришло, когда увидела десерт. Трудяшка. Человек трудяшка. А ты знаешь, я же тебе сказала, что я чизкейк не ем. А я изменила мнение. Мне нравится. Да. Вкусный чизкейк. Вкусный, очень вкусный. Да. Мне дуже подобається текстура начинки. Этот больше похож на домашний. Okay. Вот, который отличается от кафе, баров, ресторанов. Он домашний. У меня ребенок очень любит чизкейк с клубничным джемом. В цьому десерті весь відчай і бажання змінити своє життя. Це жінка, відкрита, балакуча, але з непростою долею. Мастер-шеф для неї – перехід на вищий рівень, і можу запевнити, що все у неї буде добре.
Ну і я ж переживаю оту оперу, типа мою. Зараз буде взагалі жорсткий треш. Як ви вважаєте, це я знову зі своїми питаннями, хто готував? Мені чоловік чи жінка десерти? Це чоловік з круглим лицем. Добродушний, відкритий, має відношення до медицини. Розумний і молодий. Можливо, навіть наймолодший серед всіх тут. Але, на жаль, не спеціаліст з десертів. Згодна. Недоработана. Чизкейк набагато приємніший. О, да. Так ось, про любов. Так, тут на проєкті є пара. Я це відчув, щойно переступив поріг. Це відчувається? Да, чувствується, що от вони тут, як будто вот нашли друг друга. Да? Ти имел в виду это? Але мені не все було спочатку зрозуміло, бо там непрості стосунки. Тут розгортаються гарячі пристрасті і ревнощі. Дуже вам дякую. Настав час прийняти рішення. Яка ж команда сьогодні приготувала найкращий шведський стіл? Ну, виходимо ми на вердикти. Стали ми в колоночку. Дякуємо вам за те, що запросили нас на майстер-шеф. Особисто мені дуже сподобались страви в обох командах, і вибір наразі складний. З команди червоних я виділила для себе мусаку та чизкейк. А ось команда синіх вразила мене майже всіма стравами. Особливо ніжним тірамісу, смачним філе міньйон, бездоганним качиним конфі. Тому свій голос я віддаю команді синіх. Дякуємо. Отдельное спасибо синей команде за тартар рыбный. Кто? Петя, капитан готовил. Молодец. Спасибо. Это то, что вот с удовольствием я почувствовала уверенную руку и, знаете, такую вот ответственность и риск. Я для себя открыла этот тунец. Очень большое спасибо. Ну и десерт. Конечно же, десерт был бесподобен. Это тирамису. Спасибо. Синя. Я на вам слово. По поводу вас, синих, огромнейший у вас потенциал. И вот я бы вас вот обняла крепко-крепко, если вы позволите. Можно? Спасибо большое. Можно? На секундочку. Держи, Светик, слышишь меня? Она говорит. Я дуже тебе понімаю, підтримую. В мене теж немає мами. Я дуже безпечна. Знаєш, стараюсь типу, взяти себе в кучу, бо я розумію, що всі люди вмирають, ніхто не вічний, в кожного є свої біди, проблеми. Але моя мама вмерла раз не своєю смертю, друге, це случилось от-от, і вона це, видно, почувствувала. Не обіжайте дівчинку свою, поняли? Простите, но... Если говорить про еду, то, конечно, покорил меня ваш чизкейк. Красный. Ваш голос за червоный. Рубина, вам слово. Тирамису было очень вкусно. Нежное, с любовью. Действительно, человек это... делал, вот, хотел порадовать, вот, и переживал, болел за команду, спасибо. Чтобы было все четенько. С вегетарианской едой как-то немножко так оно. Но с мясом я так слышала от коллег, что было все великолепно. Мое предпочтение красной команде. Я думаю, мой голос для них сейчас очень важен. І тут уже ж ми напряглись, тому що 2-2 зараз. Зараз усе рішає Хайал. Мені так приємно бути вашим гостем. У цих стінах панує неймовірна енергетика. Попри велику конкуренцію, тут є дружба і навіть кохання. Яка там любов може бути? Юлі, Петя, надовго ли?
Там просто витягування денег. Там витягування денег. Юля витягує з Петті. Це 100% знаю. Ну, десь. І я гадаю, саме це кохання допомогло команді синіх створити неймовірні страви. Я за синіх. Єс, спасіба, спасіба. З рахунком 3-2 перемогу отримує команда «Синіх». Дякую. Ура. Молодці, всі молодці. Как же я рад, что я первый раз капитан, и я смог привести свою команду к победе. Так что, блин, я благодарен всем, и все справились все отлично. Я всем очень благодарен. 3-2. Всего на один голос. Это же приятно. Всего на один голос. Так что, ребята, не расслабляйте свои булки. Я наступаю на ваши пятки. Так что встретимся на голосовании. Улюблені страви мають бути не лише смачними, а й корисними. Спонсор показу – торгівельна марка «Квочка». Яйця «Квочка» – життя на користь. Сьогодні у нас який день? День битви чорних. Залітаємо! Ура! Сьогодні третій день нашого Хеллоуін паті, паранормальних конкурсів. Стоїть наш Вова, блудний син вернувся в сім'ю. Слава Богу! Учасники, вітаю! Добрий день! Добрий день! Доброго дня! Передбачити мою появу саме сьогодні могли лише люди із паранормальними здібностями. Команда синіх. Балкон ваш, злітайте! Я в команді проігравших. Коротше, стидно, досадно. Ну, ладно, що поділати? Уже все проіграли. Вам, червоні, потрібно визначити одну людину, яка винна у вашому програші. Леонора, я тебя люблю, ты хорошая девочка, и я считаю, что ты должна всегда давать свои идеи. Хорошо? В следующий раз так и сделаю. Ух, насадил, а? Нашампурил. Тихо. Вот такие нашампури не надо. Леонора, потому что она практически ничего не сделала, то, что ей просили, и она даже не давала каких-то там себе, хотя бы нам подсказки, ребята, может так сделать, может так. Ну, я діяла то, що він мені сказав. Да, я не придумала своє якесь основне блюдо, я стояла на процесах. Ну, не знаю, що в мене, бо м'ясо ще одне м'ясо жарить. Мені сподобалося, як ми цього разу працювали. Але капітан, мабуть, не зміг щось доорганізувати. Руслан, вибач, але цей голос за те. А не пора ли, чтобы Руслан на проекте остался только один? Вот что-то такое я почувствовала в этом сегодняшнем шиллинском голосовании. Я считаю, что у нас был хороший капитан, и я не считаю, что он достоин черного фартуха. Свой голос я отдаю Элеоноре. Следующие все до одного голосуют против Эли, кроме Эли. Эля, как и я, голосую против Руслана, капитана. Не доробившись, не подглядела, надо было мне там что-то сделать. Короче, я голосую за тебя. Против меня 4 голоса, Ектор даже не каже, считайте голоса. Мы надеемся, что это черное убрання станет последней темной смугою в вашей кулинарной карьере. Добре. А сейчас все, кроме черных фартухов, на балкон. Юлечка, спускаемся. Юлечка? Блин, не пронесло. Стоять якісь такі базові набори, там вино, яйца, масло, сливки, ну таке там, травушка, муравушка.
стоїть дві поверхності, на яких стоять індукційні плити, не такі, як у нас завжди. Я розумію, що буде щось жорстке. Сьогодні нашу кухню поглине суцільна темрява. І лише внутрішнє світло ваших душ допоможе вам вистояти в цьому протистоянні із власними страхами. Тут є тільки один світлий чоловік зі світлою душою – це я. А всі остальні – я. Настя – то взагалі не світла душа. У Елі ще й татуїровок багато. Я бачу тут тату, там тату, тут тату, там тату. Коротше, це жесть. Спочатку ви по черзі будете заходити до темної кімнати, де серед моторошних потвор вам потрібно знайти собі продукти для приготування. За 4 хвилини кожний учасник має набрати 5 продуктів. Якщо він набирає менше, Ектор за власним бажанням на власний розсуд додає вам один продукт. А якщо ж ти обрав 6 продуктів, тому Ектор також за власним бажанням забирає один продукт. А коли ви всі наберете продуктів, то світло згасне і на кухні. Що? Та ладно. Та ні, ну. А я в дитинстві темноти істерично боялась. Очень боялась темноты, я себя тренировала. Я заходила в темную комнату, стояла возле выключателя, дрожала, терпела. У меня текли слезы и уже включала выключатель в самую последнюю минуточку, когда уже не могла терпеть, выдыхала. Мне казалось в детстве, что темнота – какая-то живая субстанция. Я когда в душе мыюсь, закрываю глаза, і в мене всякий, що зараз, а в мене душова кабінка, що зараз, отак з кабінки, якась рука мене уб'є, з'є. Боже, я ж ти не про це розказують, дівка 24 роки. Ну це правда, ну а що? Ілі оце вмиваюсь, вмиваю цю косметику, і я розумію, що я зараз оце ж закритими глазами миюсь. Я це думаю, блін, я зараз відкрию глаза, а там в зеркалі стоїть хтось ззаді. Якась страшна дівчинка маленька така, вся чорна. Взагалі я лунатик. В детстве очень жесткий лунатик, да. Я там могу открыть глаза, поговорить с тобой. Вообще не каждый еще и спать со мной может. А со мной спать опасно. Я же могу и что-то сделать, понимаешь? Могу пойти взять нож. Для выживания в темные часы у вас будет лишь по 20 сырников. Все, спички. Ты жесть. Але це не дуже ефективна зброя проти могутнього мороку. Тому ми дещо для вас приготували. В темній кімнаті ви зможете знайти чарівну паличку, яка вміє виконувати одне заклинання Гаррі Поттера. Вірдерміум Левіоса, Віргардіум Левіоса. Ну, короче, я вообще люблю Гарри Поттера. Это любимый, ну, вообще любимый мой фильм. И я его пересматривала раз 7. А, видишь, забыла заклинание. Люмус солем. Свет. Я дуже хотіла цю паличку, тому що спічки спічками. Це її підпалив, ой, ось іде мої продукти. Потушив, все, опять ночь тишина, нічого нет. Могильна тишина. А от этот причандал, от этот браслетик, він хоч світиться. Так, ця паличка набагато зручніша, ніж сірники, адже на відміну від них вона горітиме увесь час. Але не думайте, що її світло вас засліпить, адже на те це і битва чорних. Щоб знайти її, вам потрібно розшукати в темній кімнаті ось цей акваріум. Що? Зоофобуси. Йо-моё! Ектор, коли достав цю, як називаєте її, вазу, стеклянную с опарышами, я офигел. У меня мурашки, страх. Я эту гадость не перевариваю вообще, понимаешь? Я думаю, слава богу, ты понимаешь, я даже перехрестился. Я говорю, слава богу, я не в битве черный. И
еще по рукой пошевелил. Боже, как это мерзко! Червяков не боюсь, за фобусов этих вообще не пугают меня, я за любую живность. Нормально, Юля, давай, засовывай руку. Она с детства брала гусеницы, выкармливала их, и то есть, ну, всякие такие темы с ними делала. И то есть она этим очень сильно увлекается. А я не могу, я ненавижу это. У нас это реально как инь-янь, она любит, я ненавижу. То есть и благодаря этому так и у нас такие офигенные, ну, типа, отношения. Продуктова комора буде зачиненою. Тож єдине джерело інгредієнтів – це темна кімната. Все, нас відправляють в кімнату до телека, ми сідаємо і як глядачі будемо спостерігати. Голова свинюка. Свиняча голова! Ужаси на СТБ. Встречайте в сьогоднішньому випуску. Матка Боска. Я знаю, что есть примета, когда на борт самолета первый заходит мужчина. Я думаю, чтобы наш сегодняшний самолет не потерпел крушение, пусть мужчина войдет первым. Ух ты, ёханый бабай, да ты шо? Просто, ну, ни хрена не видно. Ни рук, ни тачки, ничего. Это просто одни ощущения. Бляха, ты муха, что за дядь? Вы, Кирилловы. Иди сюда. Начал там бетися, бля, жизнь варан, все. Оу, ау, а, и, а, у, и так, и сяк, и вас, и трась, и все. С тей головой пообщався, ну, таке, як самого трохи проблеми. И начинаешь ходить. А что тут у нас? Фу, гадость. А что им за щупы, ничего не бери? Что это, кальмар? Кальмары щупал-щупал и обратно положил. Что это такое? Язык. Что, дурный, че что? Вегетарианские блюда будут сегодня у нас. На всякий случай. Набирает он одни овощи. Цветную капусту, цукини, одни овощи и только мидии. Там вообще тут хоть что-то есть еще. То ногами, то руками. Да вообще же там сальто не начал робити. Ай, да оставьте ту тумбу в покое, блин, ну. Блин, да закумарила меня. О, что ты нашел? Колба? Забита вся опарышами, вот этими червяками, короче, ну, у нас. О-о-о! Полиция, это интересно. Блин, за фобус эти. Палочка. Это фобус. Как это можем? Я внешне, честно, я до сих пор у меня истерика. Я не могу такое видеть. Это фильм, фильмы ужаса я смотрю, но такого я точно вживую не хотел увидеть. Я смотрю, у меня мидии. Но при этом, говорю, мидии ни хрена у меня нет. У меня одни овощи, бляха ты муха. Морковка, цукини, томаты и цветная капуста. Ага. Ну, на фоне всего, что там висело, то еще так можно сказать вау-вау, что типа ничего плохого ему не досталось. Who the next? Ой, фу. Ой, фу. О, магическая палочка, нет? Темноты не боюсь, червяков не боюсь, тараканов не боюсь. Боюсь не найти свою палочку волшебную. Юля взяла себя в руки, не боялась ничего трогать, то есть мало что ее в этой комнате могло напугать. Где эти долбаные жуки?
Ой, это какие-то раки. Ой, может, с них сделать соус? Взяла мозги. Это печь. Набор жестокий. Я искала в первую очередь волшебную палочку, а на продукты мне как-то не очень, мне все равно было. Потому что я знала, если у меня сейчас в руке будет волшебная палочка, я посвящу и возьму себе, что я захочу. Понимаешь, из продуктов. Где жуки, где жуки, где жуки? Вперед, двигай, двигай вперед, давай, давай, давай. Так она на месте стоит и кружится. Дайте мне жуков, пожалуйста. Где мои жуки? Юля ходит кругами вокруг чаши за фобусами, и я понимаю, что я не могу ей ничего сказать, потому что Юля меня просто-напросто не слышит. Правее, 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 правее. Я постоянно выпучила так глаза. Ты что так, понимаешь? Потому что так кажется, что в темноте, если открыть сильно глаза, то ты что-то побачишь там, понимаешь? Ты же ни хрена все равно не побачишь. Хоть закрой, хоть сильно открой, хоть посрединке. Она все время была рядом с ней, но никак не могла к ней подойти и коснуться ее, чтобы понять, что вот эта чаша, надо засунуть туда руку. Где они? Я была так близко к этим жукам. Я чего боялась, то со мной и приключилось. Я осталась без света. Шесть. Юлю, сколько у вас продуктов зараз? Шесть. Я понимаю, что я набрала, что попало, понимаешь? Сотрю, у меня мозги. Наидичайший набор. Ну, я вообще не понимала, как соединять раки, печенку, мозги, батат, помидор. Ого, Юлю, наборчик у вас непростий. Щоб я не забрав, ні допомогти, ні сильно нашкодити вам не зможу. Забирайте томати. Я забираю у вас мізки. Як на мене, це не дуже складний продукт для битви. Ви дівчина сильна, тому викручуйтесь з тим, що у вас залишилося. Та ще й без палички. Ви єдина працюватимете з сірниками. Матимете на все про все одну коробку сірників. А чого їй не достались мозги? Наконец-то бы начала мозги готовить, и, может, поумнела бы в чем-то. Ну, потому что Юля ведет себя очень отвратительно. Она оскорбляет, она пытается унизить. Равняет, что кто-то красивый, кто-то некрасивый. Но это мерзко оценить человека по внешности. Главное, что вот здесь внутри. Ох, и воняет здесь кошмар. Посмотри. Ой, я за Настей особо не наблюдала. Я видела, что она несется как танк. Это вообще было ни разу не элегантно. Ужас. Здесь ужасно пахнет. Это кто такой? Пахнет сырое мясо с кровью. Отвратительный запах. Вот запах меня просто добивал. Это что? Это сердце. И потом нахожу еще какую-то жидкость липкую, как гной. Пробую. Это что-то сладкое. И беру мед. Так, я взяла, по-моему, какое-то сердце, картошку, цукини, что-то еще. Фу, 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 какая ты противная. Это жировая сетка, по-моему. Вот когда ты из нее готовишь, там, печенку в ней обжариваешь, это нормальная история, когда ты ее видишь. Но когда она тебе липнет в лицо, это вуаль. Такая, знаешь, вуаль из внутреннего жира. Такая себе маска. Красиво. Фу, мене ж... Хочу рыгать. Гадость, гадость, гадость. Гадость. Плюс у меня начало срабатывать мое богатое воображение. Мне начали слышаться какие-то скрипы. Не надо, пожалуйста, меня пугать, а то я могу ударить.
Вам будет больно, а мне стыдно. Эта темнота начала уже на меня действовать. Блин. Фу, что-то висит, что-то стоит. Слушайте, ощущение, что тут явно не одна в этой комнате. Какое паранормальное все. Фу. Трогаю аквариум. Это зоофобусы. И вот я думаю, надо сделать это быстро. Просто быстро найти ее, нащупать. Я быстренько ныряю, ее нахожу, чтобы не успеть испугаться. Ага, вот и вы. Давай, давай, давай. Ой, она сразу нашла. Молодец. Палочка у меня. Я бы вас взяла. Но извините, не сегодня. Это кровь. Я выхожу, знаешь, кровавая графиня Батори. Лицо в крови, руки в крови. Я как будто только что там кого-то съела. Крови я напилась уже там. Сердце, как ведьма, выгрызла, и теперь его везу готовить. Сердце, судя по всему, бывшего. Ага. Это девушки знают, о чем я. У меня батат, цукини, цветная капуста, помидорчики без кожуры и мед теперь уже с кровью. И Эктор забирает... Мед. Я внутренне выдыхаю. Думаю, с бататом мы как-то поладим. Но хоть не все остальное, с чем я не хотела прощаться. Сейчас Элечка еще у нас будет. С самого начала сказала Эля. Эля, на минуточку, ты сегодня как танк прешь, пробуешь все на вкус, все жрешь, там, чтоб там не было, кишки там, якісь органи, сегодня как сталь. Так. Фу, що це воняє. И тут я заходжу. Я сразу врізаюсь башкою в щось, и я понимаю, что я буду... Вот так уже катить тележку, я буду приседать. Боже ж, где я? Что я? Куда я иду? Вот закройте, пожалуйста, глаза вот так. Вот так. А там жопа. Темнота вообще не огонька. Так кто там уйдите отсюда? Она вот так между трьома поверхностями, понимаешь? И хода вот так между ними трьома. Все. Вот такие в ней тетрисы и никуда дали. Як? Что это за тупик? Я почему я не могу никуда проехать? Я понимаю, что я там тупо на одном месте. Вот с этой тележкой я куда не пойду, везде тупик. Да повертай в другую сторону, балда! Давай, 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 давай! Разворачивайся! Давай, давай! Господи, боже! Боже мой! Короче, нахожу первый стол. Залазю туда, чую, что там что-то живе. Раки, ладно, раки, хай будут. О, слава богу, так. О, Боже! Оце, оце воно таке холодне, мокре, таке фу. Господи. А потім я розумію, що воно тяжеле, шершаве, і що така хріною, така длинна. Я розумію, що це язик з раками нет. Язик з раком. Я же це його все ж в рот, все тянула в рот, все, що таке непонятно, все тянула в рот. Та зачем вона пробує это? Йо-моё, фу. Це якісь були помідори. І кров попробує. Кров залила собі там пол лица. Аж присмакувалась десятка. Она пробует это. Ё-моё, она жрет это. Ну это же... А что так это а что ужасного в этом, что она пробует? Ну что ужасного? Все равно мозг схавать. Такая мягкая, мерзкая. Печенка. Почему? Где тут поверхность? Что я тут за вальс танцую? Я не знаю, як вона, слава Богу, тих зоофобусів знайшла. Ну і то теж, як кіно було. Вона не, щоб засунути руку і достати звідти. Азов!
вообще взяла их, повыжбуривала, молодец, понимаешь? Я просто думала, что она их так жбурляет, жбурляет, думала, она сейчас и палочку ту выкинет, понимаешь? Что одним из зоофобов собой останутся. Да! Молодец! Сулечка! Вы почему их черпала? Эля сама была, понимаешь, в цьому плані, то, що всі перед тим, хто Андрій і Настя знайшли, вони ту палочку відложили. А Еля її знайшла і одразу включила, і вона хоч продукти посипила які. Не було що завдання, що типа ту, либо тут, либо там. Тобі по барабану, ти знайшов палочку і пользуйся їй, понимаєш? Щас, потом, везде. Що, це були мозги, а не печонка. Я давай підходить, дивлюсь лук, хватаю лук. Подхожу дальше, дивлюсь, де що ще. Я хоч могла, хоч, знаєш, хоч, як у той іскорка вообще во тьмі. Господи Боже! Виїжджаю я з цієї кімнати ужаса. У мене є рак, у мене є помідори в кілаті, у мене є місопаста, лук є. Тільки 4 у мене інгредієнта. Віктор, дає мені кальмарчика. Дивлюся свої інгредієнти, думаю, треба щось думати, робити щось, що робити. Попереду битва з темною кухнею. На приготування страви у вас буде 1 година. Всі знайшли волшебну палочку, крім мене. Наверно, у мене настільки світла душа, що вона зможе освітити мені сьогодні мою готовку. Готові? Нет. Конечно. Нет. В последний момент смотришь, боже, что там, как стоит, ты стараешься запомнить, и наступает полная темнота. Час пішов. Я думаю, у каждого будут спички. Оказывается, не в каждого спички, только у Юли, потому что у нее нету этой палочки волшебной, светящей, понимаешь? А эти же как, знаешь, как феи. Андрей, включай палку свою. И пошли, палку свою включай. Где твоя палка? Где твоя палка? Где твоя палка? Юля становится за одну поверхность с Андреем, и я очень сильно выдохнул, потому что Юля-то умная. То есть, фу, слава богу, потому что я понимаю, что Настя бы не поделилась с ней светом, и Эля точно так же. Возьми, стой, возьми меня, стой, иди сюда, возьми меня вот так за руку. Тяжело. Стой, подожди сейчас. Пошли за сотейниками. Тусуюсь возле Андрея, беру себе сотейники, беру себе девайсы. Боже, Андрей как будто злых духов там отгоняет, гля. И же и сина не беси. Мы хоть и смеялись, но мы, как все знаешь, по-доброму. Потому что мы понимали, что и каждый из нас бы там, чтобы, ну, неизвестно, что бы там было, понимаешь, что все, все в темноте. Пойдем. Да. Настя так идет уверенно, как будто так реально Настя видит. Народ. Мы ходим так каждый день. Если взять себя в руки и меньше там исполнять, можно нормально идти. Так, Эля, я с ножом. Угу. Аккуратно. Я к тебе не подхожу. Аккуратно. У меня нож. Эта палочка светит очень слабо. Ты буквально видишь очертания. Ходиш отак, як ото слупой, де у мене що лежить, бо вообще, хоч виколи глаз, темнота страшна. Уберіть дітей от екрана, я буду много материться. Я прилично нормальна жінка, але трішки буває. Інтересно, що готове Елі, я ж так я розбити. Щось варе, кашо. Ну, я так поняла, що з раків. Буду варити я сьогодні суп, такий слівочний, з раками. Блін, ну з раками таке слово, це мені не подобається. З раками. С кальмаром, с мясопастой, короче, все применю. Она танцует и поет. Ты танцующая в темноте? Да. А як тогда есть какие-то песни про темноту, пока у меня еще такое настроение? Песня про темноту? Да. Кися, я тебя прошу, сосредоточься. Там она просто истерическая. Ничего не видно, стрёмно, в голове каша, надо сделать блюдо. Настя ходит так, как будто она все видит. Как будто она все видит. У меня
Сын незрячий от рождения, он ничего не видит. Для того, чтобы объяснить ему некоторые процессы, я в темноте их делала. Вот мне нужно ему объяснить, как пройти из комнаты, допустим, до туалета. И я должна закрыть глаза и понимать, что это 3 шага вперед, потом налево, направо, деревянная дверь. Я ему объясняла, закрывала глаза и объясняла предметы на ощупь, какие они. Текстуру, теплое, холодное. Вот так мы учимся с ним. Ему сейчас 10 лет. Я мечтаю о том, что когда-то его темноту все-таки лучик света победит. Зачищаем сердечко. Я вспоминаю, что во время своих путешествий я пробовала такое французское блюдо – матлот. И там были похожие ингредиенты. Я по структурам, по вкусам прикинула и думаю, рискну заменить в матлоте рыбу сердцем. Тебе видно? Ну, немножко видно, но ничего не видно все равно. Но если бы у нас их 2 было, нам бы было легче. Ну, конечно, там света вообще сзади. Я что-то, какие-то силуэты все-таки видела за счет света, который отблескивал от 3 участников. Но я не видела конкретно что, понимаешь? Это я понимала, что это что-то стоит. Я не видела сотейник, это миска, сковородка. Я видела, что что-то стоит. Настолько было темно, понимаешь? Потеряла нож. Андрей, можешь посветить на пол? Где ты тут нож? Да возьми еще один. Нашла? А, нашла. Спасибо. Все. Я спичками стараюсь подсвечивать. Спички быстро тухнут, как будто кто-то просто дует мне. Блин, спички ты режешь, это неудобно. Знаешь, как можно было спички кинуть? Ну, как помнишь, в подъездах в детстве намочил слюну. Потом весь потолок горит. Не делала так? Нет. Ты не хулиганка какая-то. Мы презервативы набирали воду, капали пасту из 8-го этажа. Це я своим Денисом таке робила. Это да? Ага, и раз нас засекли, прийшли, двері вибивали, ми зробили, що нас нема дома. Плакали в углу, боялись. Ти роботи, а я к тебе буду подходить и пристраиваться. Я смотрю за Юлей, и реально для меня загадка, что сегодня она будет готовить. Печенка, раки, что из этого можно придумать? Как это соединить? Решаю делать патте с такими слайсами из батата. Решаю помидор использовать для декора. И вот апельсиновое филе тоже. Андрей занимается важным процессом. Он чистит чеснок. Прям с самого изначально, когда я стоял еще за поверхностью, еще перед тем, как выключили свет, у меня моментально возникло дело сделать просто шедевральный вкусный крем-суп. При этом я понимаю, какая у меня цветовая гамма есть, да, и что мне добавить интересного в этот суп. Я думаю, слушай, суп с вермишелью. Я с детства не любил суп с вермишелью. Думаю, сделаю я интересную вермишель из цукини. Тяжелая битва. Холодно. Да что ж такое, Аннушка? Аннушка, ты что? Первый, нам нужна шуба. Здесь не это. Первый, нам нужна шуба. Нам нужна шуба и шапка. И бурки. И кальсоны. А у Аннушки тебе есть проблема с температурой и постоянно холодно. Она тебя на себе джинсы, платье, кофту, понимаешь, все, что хочешь. На тебя, говорю, Аннушка, извините, но на улице 30 градусов жары. Потом обливаешься. Рука. Да, и валенки. Да, ей холодно. Да я знаю, что ей холодно. Боже, пальцы, боже, конечно, сидят морзают. Ну, не понимаешь, она же привыкла в Вьетнаме так жить. У них там 48, там, до 50, понимаешь же. И это нормальная температура. А зимой как ты выдержишь? Перебегаю. Или на такси. Или перебегаю, говорит. Вылила воду на себя. Чтобы что-то побачить, надо вот так светить и понять, сняла ли я кожицу с этого кальмара, чи не сняла, потому что просто кошмар. Сколько можно тут этих шкурок? Я начинаю нарезать, кладу прямо на досочку вот этот фонарик свой. Что ты там? Там что, кальмар цей долбаный чистю.
Да, зачищать, конечно, это то удовольствие. Как ты нарезала, не видно. Как жарится, не видно. Какие цвета у тебя на сковородке, не видно. Все по вкусу, все по запаху. Я боюсь за Настина сердце. Я тоже. Потому что сердце там 4 минуты реально готовится. Оно быстро. Мы переживали, что у нее будет резиновое. А нам же не видно. Экран-то черно-белый, и крикнуть не можешь. Обычно на битвах черных белые могут помогать с балкона, а тут эти отделены в изоляции. Тушится, протушится. Ну, может, за час протушится. Ну, ей же сказали, что если уже пережарила, то больше тут надо... Тушится, да. Ну, зараз будем бачить. Все получается? Андрей, лучше не спрашивай. Я стараюсь. Давай, давай. Андрей вже їсть той браслет, в нього куди вже тільки не чіпляв. Все в рот, все. І на ножик на цього аватар в рот. І на руку, і тепер в рот. Да, віжу, що ти... Він же ж Юльки там і підсвітить, і там щось, і там щось. Йдеш? Да, пойдемо, пойдемо. Ну так, хоч би кому де поміг же. А тут же ж на камеру рицар же, рицар, понімаєш? Постоянно эту кастрюлю, ну, полчаса об этой кастрюле. Это что-то бегает веселиться и скучно. В темноте не видно рожи. Я люблю тебя, я тоже. Как зовут тебя, Сережа? Петя, ничего не было. А ты на свой счет, да, записываешь? На чей еще? Тут один я такой. Тут кто еще здесь хорошо с женщинами общается? Кому могут адресовать все прекрасные особы эти слова? Только мне. Андрей, ты нужен мне с палкой своей. Она сама провоцирует. Мы не палки, любовь, Сережа. Что вы на меня палите, я понять не могу. Петя понимает, что я не в прямом смысле слова, или не в переносном. Я в прямом смысле говорю «палка». Прямо имею это палка, которая светит, палочка. В уменьшительно-ласкательном я не сказала «палочка», я сказала «палка». Я знала, что все на проекте нам завидуют. Ты что, издеваешься, а? Чему там завидовать? Понимаешь, в сознании у них она настолько извращенная, они настолько извращенцы, что они даже в слове «палка» нашли что-то пошлое. Вы палку что, вы... Вы сразу палку, типа, что вы себе представляете? Палка деревянная. Ну, так. Вы что, смотрите на мою реакцию? Конечно, смотрим. А что, ты не бачишь, вона дубина, б***ь, несе, типа, и все ржуть. Андрюша, Андрюша, ты популярный парень. Сергей ведет себя, как малый поворачивается, смотрит, ну что мне сказать, иди, Серега, типа, ну что. Ну, я говорю, типа, не записывай на свой счет, типа, ну, ты не такой крутой. Если мужчина не уверен в себе, он постоянно будет реагировать так, как реагировал Петя. Потому что если ты не доверяешь своей женщине, если ты не уверен в себе, поверь, ничего хорошего не будет. Я могу дать тебе свою муку, но я за это дорого возьму. Пожалуйста. Юля сочиняет песни на ходу. Андрей, ты меня пожалей. Нафиг ты поешь, тебе надо готовить, а ты занимаешься какой-то бесполезной. В темноте можно говорить все, что хочешь. Она обжарила печень, сварила раков, начала делать по итогу паштет из печени и раков. Очень странное сочетание. Не знаю, насколько там будут чувствоваться раки, потому что печень по аромату и по вкусу очень сильный продукт. Блин, я даже не бачу цвета, понял? Нормально не бачу цвета своего супа у цю. Я понимаю, что там есть сливки, что там есть томат, что это соединение такое должно быть, ну, такое какое-то оранжевое. Я даже не понимала, який буде в мене цвет по итогу. Thank you.
Давайте, ребята, выкладывайте все. Выклады. В общем, в зубах палочка, в руках сковородочка, ложечка. Эти кабачечечки, где они? Где-то обсушиваются на салфетке. В общем, я это все на ощупь составляю. Время моих спичек пришло. Да будет свет, сказала Юля и запалила свою спичку. Потом я постаралась помочь Андрею, так как он мне тоже помогал, и начала ему на презентацию зажигать спички. Они не зажигаются, я стою, зажигаю. Одна зажглась, мы посмотрели, у Андрея тоже очень красивые цвета были. Андрюш, быстрее. 5. О, боже, боже. 4. 3. Бегом Аполлоник Супараск, красиво вылажу раковины, вот эти мясо. Вон оно туда, бык! 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 Все, нема, утонули мои раки, пошли на дно, как... Я не знаю, вони оказываются не бревно, вони оказываются не гамно, плавать сверху вони не будуть. 2, 1. Стоп! Час вийшов. Усі відійшли від столів. Щось у мене презентація ще. Ну що, ви маєте шанс подивитися зараз на свої прекрасні страви. Понесіть вердикт. Виходить перша. Знаєш, що виходить перша? Як ти думаєш? Андрій? Элеонора и Юля. Эля. Эля, чому таке стурбоване обличчя? Бо я робила такий сливочний азіатський суп, підготувала шракові оці шийки, хотіла ними украсити, але я їх поклала, і вони просто туди бульк і утонули. Это расчеркнул только ложечка, а он вообще просто сливки, поняла? Сливки с каким-то мисосупом чуть-чуть, да, разбавлено. И еле виднеется, что там есть кусочки краба, ну, этого рака. Я не можу назвати цю страву азійським супом тільки тому, що ви додали сюди місопасту. Це просто рідина з незрозумілим смаком. А ще більше мене засмучує те, що ваші раки вийшли надзвичайно смачними. Тобто ви могли приготувати вишукану страву, а не ось цей псевдоазійський суп. Що, коротше, так собі мій супік. Він каже, ти розумієш, що супік – це ну, на двадцятку навіть нельзя, наверное, супіком прийти. На кастинг супіком не ходять. А я на битві чорних зробила супік. Хоть не сміввіни, слава Богу. Супік. А я просто поняла, що я в своїй житті більше ніколи супіки варити не буду. Юлія, розповідайте про вашу страву. Це паштет із куриної печені з раками. І також слайси з батата і філе апельсина. Мені подобається, що ти зробила печінку не просмажену. Це схоже на пате, це не паштет. Бо паштет більше, коли вже повністю готовий. Мої опасіння реально підтвердились, тому що Володимир не почувствовав вкусу раків. Печінка своїм інтенсивним таким смаком, вона повністю накриває раків. В пате, звісно, раків у мене було дуже мало. І чеснок плюс печінь забили весь аромат. Андрій? Розповідайте мені про свою страву, що це? Я приготував крем-суп з лапшою із цукіні і мідіями. Суп. Крем-суп. Крем-суп. Смак непоганий,
Мідія приємна, ніжна, і твій цукіні, він трохи навіть хрумкий. Ідеально, вкусно. Макарошки вийшли просто, іменно от, як альденте, хрустящі, чітко чувствується структура. Але ж мені здається, що можна було зробити набагато більше, аніж просто крем-суп. Битва чорна. Дякую. Ти як то ж сам історія сутка. Чим ти хочеш удивити на битві чорних суддій? Стидоба. І вони уходять. І ходить Настя. Любимо різне, смакуємо разом. Анастасія, ваша варіація матлоту на вигляд більше нагадує домашню печінь. Однак смак хороший. Батат можна було нарізати трохи акуратніше. Серце м'яке, ніжне, соковите, таке як ваше серце, велике і гаряче. А зараз прошу підійти до нас. Джулія. Ви вдвох не дали могутній темряві здолати себе. Ви змогли приготувати гідні страви і спробували застосувати різні техніки. Тож ці фартухи знову ваші. Вітаємо! Я його заслужила, вони мені просто подарили, дали подачку. Вот, Наті, Юля, а я действительно его заслужила. Спасибо. Я была очень горда за себя, я видела Петя, очень радовался за меня на балконе. Мы с Настей побежали на балкон. Андрію и Елю, ваша черга. Ви прийшли боротися за своє місце на проєкті і обрали чомусь в якості зброї суп. Знімайте фартухи. Балкон, спускайтесь. У мене в руках фартух. І на ньому написано ім'я учасника, який продовжить боротьбу на нашому проєкті. Так, ви вдвох приготували суп. Однак один з них врятував свого автора. І врятував тим, що у ньому були застосовані різні техніки. Тримають фартух, і я реально стою отак і думаю, боже, ну не може такого бути. І коли показують цей фартух, повертають Андрій. Андрій. Але Андрію, і всі ви запам'ятайте раз і назавжди. На битві чорних ви маєте вражати нас, а не шукати легких шляхів. Нам що? Шок уже, понимаешь? Я стою і думаю, господи, сколько ж ти в детстве ложками говна того їв, падло ти таке, понимаешь? Це тобі така пруха просто. Ну сколько можна, понимаешь? Елю, ви дуже особлива дівчина. І я б дуже хотів, щоб ви продовжили боротьбу на проєкті. Але неможливо виправдати вашу сьогоднішню страву. З болем у серці прощаємось з вами. О, я хочу сказати всім вам спасибо большое. Малышка, малышка. Ой, ви мене ж этот. Я дуже рада з вами, з усіма познайомитися. Ой, можна я до вас? Тільки я не буду вас тут плачкати слізами. Спасибо вам за такі слова. Спасибо. Дивлюся, як Тартур так розчулося. Ну, мені саме більше це, що Ектор. Я його... Ти що, це ж як папа.
Як папа, ти що, я актора обожаю. Актор, я вас дуже сильно люблю, ви мені прям вообще. Спасибо вам всім большое. Це мастер-шеф, це один з лучших моментів в моїй житті буде. Я не брошу кулінарію, я ще... Ой. Я ще з вами побачусь. Спасибо. Ой. Умничка, ходи до нас. Я обожаю кулінарію. Це для мене толчок, як будто мене взяли отак, і прям отак мене туди, отак вкинули мене в этот котел кулінарії, в цю кашу вариться. Я дуже довольна, я безумно рада, щаслива, що мені пощастливилось стати частиною сім'ї мастер-шеф. Я вас всіх там обнімаю, поцілую. Вона від мене получала неоднократно. Я казала, хочу щось сказати, кажи, общайся з нами, не бійся, не сце, не тянись до нижчих, до слабших, ну, в плані навіть до слабших духом. І все, вона роздуплялася, вона вже була з нами. Гі-гі, га-га. Спасибо. Пока. Блін, Еля, це класна дівчинка. Вона добра, вона відкрита, вона добродушна. І постійно сидить учи. Ми навіть з нею не могли сильно пообщатися, бо вона тупо сидить і учи. Понимаєш, видно, що людині цій це треба було. Елю, мені не жалко. Я чесно говорю, я хочу бути максимально чесною. Я не чоловік, який тут льстить. Я чоловік, який не льстить, говорить все в очі. Вона мені не була ніколи близька. І я не хочу обманувати кого-то. От некоторые учасники у нас всі мстять, понимаешь, потім за очі говорять, що це плохо. Мені на Елю все равно. Страви, приготовані з любов'ю, займуть особливе місце на вашому столі. Спонсор показу – торгівельна марка «Молокія». Молоко, яке тебе любить.